Сбылась моя мечта. Я попала в церковь святой Ирины. Церковь святой Ирины – одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена святому миру, а не святой Ирине, как я думала. Церковь расположена в историческом центре Стамбула, в районе Султан Ахмед, в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. Айя Ирине представляет новый для VI века тип базилики в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. Внутри стоит саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина. Но что-то я его не заметила. Первая христианская базилика на этом месте была возведена в начале IV века на месте руин древнего храма Афродиты при римском императоре Константине и являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. Оба храма получили название в честь обожествленных абстрактных понятий мира и мудрости, соответственно. В мае-июле 381 года в храме Божественного мира проходили заседания Второго Вселенского собора. В 346 году около храма погибло свыше 3000 человек из-за религиозных разногласий. В 532 году, во время восстания Ника, церковь была сожжена, а затем была отстроена при Юстиниане в 548 году. Церковь сильно пострадала от землетрясения в 740 году, после чего была большей частью перестроена. Фигурные мозаики погибли в эпоху иконоборчества на месте традиционного спаса содержателя в Конхе. Красуется мозаичный крест. После завоевания Константинополя в 1453 году церковь не была переделана в мечеть, и значительных изменений в ее внешнем виде не происходило, благодаря чему до наших дней храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, сохранившей свою первоначальный атриум – просторное высокое помещение при входе в церковь. На протяжении 15-18 веков церковь использовалась османами в качестве оружейных складов, а начиная с 1846 года храм был превращен в археологический музей. В 1869 году церковь Святой Ирины была преобразована в императорский музей. Через несколько лет, в 1875 году, его экспонаты из-за недостаточного количества места были перевезены в Изразцовый павильон. Наконец, в 1908 году в церкви был открыт военный музей. В настоящее время церковь находится в очень плачевном состоянии. Ведутся реставрационные работы, и можно только надеяться на то, что когда-нибудь она будет восстановлена в своем первозданном виде. Но несмотря на все эти старые стены разрушающегося храма, как-то захватывает дух. Мурашки по телу бегут, находясь внутри этой церкви. Так что будем надеяться, что ее восстановят. И когда я приеду в Стамбул в следующий раз, то увижу эту церковь совершенно в другом виде. И как я сказала в начале ролика, что у меня была мечта попасть в эту церковь, и моя мечта сбылась. Предлагаю вам посмотреть, прочувствовать атмосферу старины и полюбоваться этой церковью. И пусть у всех сбываются мечты и исполняется все задуманное. Всего вам доброго, хорошего. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!